Установка Windows Server 2003 на старый компьютер. Привет, друзья! С вами сегодня EasySmart, и в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы. Нашей операционной системы Windows Server 2003. Мы будем ставить серверную операционную систему с этого самого диска. Сервер 2003, который я записал на диск. Ведь он с флешки не может грузиться, это старый компьютер. И на этот старый компьютер мы, на этот старый хлам, поставим нашу операционную систему. Материнская плата BioStar PT880 Pro A7. Оперативная память DDR1, 512 мегабайтов оперативной памяти. Если 512 мегабайтов не хватит, надеюсь, хватит на сервер 2003, то мы добавим еще 512 мегабайтов, которые я отдельно держу. Еще у нас здесь на IDE шлейфе находится наш жесткий диск, 40-гигабайтный жесткий диск, довольно старый жесткий диск, сигейтовский. И наш привод тоже на IDE шлейфе, надеюсь, все у нас пройдет успешно. Видеокарта FX5200, это у нас GeForce-овская видеокарта. И сейчас на этот старый хлам мы развернем нашу серверную винду. Клавиатура и мышка на PS2, процессор у нас одноядерный. Давайте включим наш ПК и попробуем завести, да? Вот я вот так вот нажал, теперь вот так вот открыл. У нас открылся, а теперь диск. Диск вставляем. Теперь он должен закрыться, закрывайся. Вот наш компьютер. Надо нажать клавишу F1, F9, да? F9. Ну почему нету изображения? Значит, я что-то не так сделал, да? Изображения нету. Значит, вот этот кабель не подключил правильно. Да? Изображения на мониторе нету. Чё же хрень? На мониторе не появляется изображение. На тебе, на тебе, на тебе! Оказывается, вся проблема лежала в том, что я клавиатуру и мышку местами перепутал. И из-за этого мой комп не крутился. Странно, да? Вот старые компы были, да? Угарно просто, я не узнаю. Вот эти местами перепутал PS2. Клавиатуру и мышку. И в итоге мой комп не запускался. А я, блин, оперативку ковыряю, ищу. В чем проблема? Теперь нажим, перезагружаем и нажимаем клавишу F9. Да. F9. Давай, включайся. Очень медленно включается. F9 кликаем. Ну давай. Ну чё? CD-ROM выбираем. Вот наш CD-ROMчик. Вот так вот. Enter. Серверная винда. Нажимаем любую клавишу. И теперь сейчас у нас запустится наш Windows сервер. Вау! На старый комп он запустится. Установка Windows. А снизу у нас что? У нас SCSI или RAID драйвера, нажмите F2 для запуска автоматического восстановления системы ASR. Вот так вот. Наш комп считывает вроде ничего, он сильно не шумит. Ждем. Ждем, пока серверная винда загрузится. Загрузка файла библиотека DLL отладчика уровня ядра. Давай, устанавливайся. Плюгин Play, драйвер шины, драйвер встроенного контроллера ICPI. Драйвер шины PCI IDE, IDE CMD, IDE Toshiba, да что так долго ты читываешь, это ведь с диска, друзья, поэтому это будет долговатенько, будем ждать, а что нам остается делать? Нам остается только ждать. И что у нас появилось дальше? Установка Windows Server 2005? Ой, что со мной? Установка Windows Server 2003 Enterprise Edition. Нажимаем здесь, что... Этот модуль программы установки подготавливает Microsoft Windows к работе на данном компьютере. Чтобы восстановить, нажмите R. Чтобы приступить, нажмите вот. Вот клавиша, это клавиша Enter. Нажимаем Enter клавишу. Ждем. Ну, он здесь что-то определяет, наши жесткие диски определяют. Что-то долго ты определяешь.
Ну давай быстрее определи, что ты так долго, ё-моё, Enter еще раз нажать что ли? Проверка нашего 40-гигабайтного жесткого диска. Пусть он проверит его. Давай, ты уже... Ой, завис что ли? Да что с тобой, ё-моё? Так долго ты запускался, а теперь зависаешь. Ой, блин, этот ID-шлейф, наверное, проблемный. Я не знаю, блин, что с тобой так? Хреново. Ты завис опять? Ё-моё, ты завис! Нет! Что такое? Ну не считывает 40-гигабайтный хард. Или я не то нажал нахрен? Блин! Надо было просто, друзья, подождать. Если после того, как я подождал, у меня появилось лицензионное соглашение. А я так быстро спешил. Это ведь старый компьютер, поэтому здесь нужно ждать. И тем более серверная винда. Серверная операционная система. Сейчас давайте попробуем прочитать это лицензионное соглашение. Начинаем. Ой, нога моя. Лицензионное соглашение Windows можем прочитать. Вниз листаем. Мышкой листается. Нет, перечап, перегидаун надо нажимать. Вот у нас в клавиатуре перечап, перегидаун. Это вниз. Лицензионное соглашение состоит из конечным пользователем Microsoft Windows Server 2001. 2003 серия SPAC 1. Можем это ниже листать. Вау, как долго читается тогда. Можно спокойно сидеть и читать это все. Лицензионное соглашение. Обязательно вы должны знать это лицензионное соглашение. Полностью читаем. Я до конца прочитал полностью перед вами только что. Теперь нажимаем просто F8 принимаем. Просто смотрите внизу, что есть там написано. F8 принимаю, Escape не принимаю. Если мы не примем, то вернемся назад. Теперь нажимаем F8, и мы приняли лицензионное соглашение. Наш жесткий диск определился на 40 гигабайтов. Теперь удаляем все разделы. D удалить, Enter, L клавишу. Второй раздел также удаляем. D удалить раздел, L клавишу. Неразмеченная область на 40 гигабайтов. Теперь можно на него устанавливать. Нажимаем вот. Сформатировать раздел в системе NTFS. Быстрый? Конечно же быстрый. Мы же не хотим 2 часа ждать. И так он медленно устанавливается. Этот комп. Вот наш комп работает. Вроде... Спокойно пока. И сейчас у нас произойдет форматирование. Форматирование займет какое-то время. После форматирования будет копирование файлов на наш компьютер. Вот у нас происходит наше копирование серверной винды. Копирование тех самых файлов. И именно серверная винда 2003. Enterprise. Создание списка копируемых файлов. Ждем, пока копируются файлы. Программа установки копирует файлы. И довольно-таки, наверное, он будет долговатенько копировать. Ну, надеюсь, не сильно долго. Но почему-то он сейчас опять завис. Что с тобой не так? Неужели так ты плохо воспринимаешь серверную винду? О, ужас, как же долго. Ладно, придется немножко отдохнуть. Даже... Как же долго ты копируешь, а? Ну что мне делать, а? Я не могу уже ждать, ну уже быстрее ж ты копируй, серверная винда! Восемьдесят семь процентов. 88, 90 уже должно быть. 91%. 91, 92%. 94, 5, 96, 97%. Ну давай уже. Долго. 97. Ну, 98. О, ура, уже близимся. 99. О. И 100 давай, 100% давай копирование. Ужас, как долго ты копируешь. Все, благодать, благодать. Подождите, пока будет выполнение инициализации конфигурации Windows. Загрузка информации, сохранение конфигурации. Компьютер будет перезагружен через 14 секунд, 13. Enter, я тебе помогу перезагрузиться, потому что ты достал уже, как долго запускаешь.
Ну, черный экран, а дальше что покажет? Логотип по материнской платы. Дальше. Ну, что дальше? Серверная винда, ну запускайся, где твой логотипчик? Давай уже. О, вау, Microsoft Windows Server 2003, вот такой вот логотип у него. Дальше что? А, теперь что? Ну, кликаем сюда, ну, чтобы быстрее. Семейство Windows Server 2003 обеспечивает наиболее производительную инфраструктуру для поддержки сетей приложений и веб-служб. 39 минут осталось до окончания установки. А пока он устанавливается, друзья, мы немножко отдохнем, да? Ведь так сильно хочется отдохнуть, поэтому давайте отдохнем. Полежим и поспим, да? Вот так вот. О, супер! Теперь можно поспать. Ну ком-то шумит, громко надо было закрыть его все-таки. Ну что ж ты шумишь, ты хрень, блин, ё-моё! Дай поспать, я так сильно хочу спать. О, ё-моё! О, ё-моё! О, ё-моё! А теперь мы нажимаем «Далее» на клавиатуре, вводим имя и организации, которая будет в свойствах отображаться. А, здесь будет один. А... Так, далее. Имя компьютера. Пусть будет такое, как Азябры. Далее. Продолжить без установки пароля. Да, без пароля мы будем ставить. Далее. Далее. 32 минуты осталось. Охренеть, как долго он в ручном режиме все ставит. Без автоматической установки. Пойду спать, пока он сам устанавливается. Голова, ё-моё, ударился. Он опять что-то запрашивает. Я даже не знаю, что ему надо. 30 минут осталось, а он еще какую-то хрень запросил, поэтому придется нажать «Далее». Далее. Нет, надо нажать. Так, особые параметры, обычные параметры. Далее, обычные параметры, далее. И 29 минут теперь осталось. 29 минут, как долго. Ужас, как долго. Осталась одна минута. Временные файлы удалились. И вот у нас должна перезагрузка пройти. Перезагружайся. Ну что ж ты стоишь, перезагружайся. Комп перезагрузился. И повторное включение нашего ПК. Ох, серверная винда, как ты долго ставишься. Дальше. Включается комп. Логотип был белостаровский. Ну, где надпись? Во, сервер 2003. Дальше. Рабочий стол должен вывести ты. Или сначала мы данные какие-то должны ввести. Учетную запись администратора потребует, да? Запуск Windows. Вот у нас запуск Windows происходит. Применение параметров компьютера. Ждем. Еще придется подождать немного. Нажмите Ctrl Alt Delete. Ну, давайте нажмем. Ctrl Alt и Delete. Тудух. Учетная запись администратора вышла. Нам нужно здесь просто нажать ОК, а пароля у нас нету. Загрузка личных параметров. Видите, даже пароль не нужен серверной винде. Можно было без пароля делать. Теперь у нас запускается рабочий стол. А ну давай. О, супер. Здесь что у нас? Мастер настройки. Мастер настройки безопасности с левой стороны. Можем почитать всю эту инструкцию. Здесь очень
расширенная инструкция. Если вы первый раз сталкиваетесь с сервером, то почитайте, полезно будет. После установочного обновления безопасности. Какие-то обновления готовы, просто пишем «Да», закрываем эту страницу. Ну, управление данным сервером, роли добавляете, это здесь уже для сисадминов, для тех пользователей, которые работают программистами в организации. Нам он не нужен. Корзину отправляем на левую сторону, открываем пуск, мой компьютер отображает на рабочем столе, учетки нету, да, ладно. Правой клавишей кликаем и свойства этого компьютера. Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 1. Здесь у нас 512 мегабайтов АЗУ, и он на 512 мегабайтов АЗУ установился на Celeron процессор. Вот так вот у нас установилось. А остальные что есть у нас еще? Панель управления, давайте откроем панель управления. Открыть. Черт возьми, что такое здесь творится-то? Список. Установка и удаление программ. Где у нас? Во. Никаких программных обеспечений нету. Чистая винда. И вот у нас наша серверная винда. Одно обновление все же какое-то присутствует. Одно обновление безопасности. Это самое безопасности обновление. У нас Windows Server Enterprise Edition 2003. Версия 5.2. Сборка 3790. SRV 03. SP1. Как же теперь у нас грузится наша система? Наша операционная система загружена на 5%, на 2%, 110 мегабайт у нас оперативной памяти он потребляет, и 0%, 2% все же грузит нашу операционную систему. Но устанавливался он довольно-таки долго. Вот такая вот операционная система Windows Server 2003. Мы его поставили на этот самый старый компьютер, на этот древний компьютер. У нас все получилось. Серверная винда с 512 мегабайтами оперативной памяти DDR1 вполне запускается. Вот таким образом вы можете себе установить серверную винду и насладиться этой операционной системой. Ведь это Windows Server 2003, Service Pack 1 был и корпоративная версия. Ты мой друг, подпишись и на лайки не скупись. Я сниму еще видос, если вам понравилось. И зашлите мне донат, буду очень-очень рад.